Здравствуйте! Мы продолжаем вязать вот такую погремушку бабочку. Тело мы уже для нее связали, вот основа нашей погремушки. А в этом видео будем вязать крылышки. Я буду использовать оранжевый цвет и персиковый. А также, как я вам уже говорила, в крылышках, как вы слышите, шуршалки. Для этого я использую кухонный рукав для выпечки. Я отрезаю небольшой кусочек и потом будем его влаживать вовнутрь, когда свяжем большое крылышко. Также я продолжаю вязать крючком номер 2. Начнем вязать с большего крылышка. Вот я уже одно связала. Потом свяжем крылышко то, что поменьше. И на большое крылышко сделаем вот такой кружочек украшения. Вот такие детали мы вяжем. Я беру оранжевую пряжу. Это джинс Yarn Art. Набираем для крылышка, как обычно, кольцо амигуруми делаем. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо затягиваем и переходим ко второму ряду. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем по 2 столбика. 1 и 2. То есть в каждый столбик делаем по прибавлению. 1 и сюда же 2. И во втором ряду у нас получится 12 столбиков. Переходим к третьему ряду. В третьем ряду провязываем 1 столбик, а во второй прибавление. 1 и 2. И снова переходим 1 столбик. А во второй прибавление 1, 2. И так довязываем до конца ряда. И в третьем ряду будет 18 столбиков. Перешли к четвертому ряду. В четвертом ряду провязываем 1 столбик, 2 столбик, а в третий прибавление 1. И 2. Всего таких прибавлений по кругу мы сделаем 6, и в четвертом ряду получится 24 столбика. Пятый ряд вяжем 3 столбика, 1, 2, оденем маркер, третий столбик, а в четвертый прибавление 1 и сюда же провязываем второй столбик. И так повторяем 6 раз. В пятом ряду получится 30 столбиков. Теперь с 6 по 8 ряд мы по кругу провязываем по 30 столбиков, то есть вяжем 3 ряда. И вот так по кругу вяжем с 6 по 8 ряд 30 столбиков. Теперь вяжем 9 ряд. Сразу этот ряд начинаем с убавления. За передние стенки 2 столбиков провязали убавление. Сразу я одеваю маркер. И далее провязываем 13 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. После 13 столбика
Снова провязываем убавление. И далее довязываем до конца ряда столбиками без накида. Их тоже получится 13. И вот такими столбиками довязываем до маркера. 10-й ряд. Снова убавление. Сейчас у нас все ряды будут начинаться с убавления. Провязали убавление. Одели маркер. И провязываем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. После 12 столбика повторяем убавление. И далее довязываем столбиками без накида, провязываем до маркера. 11-й ряд, убавление, снова одеваем маркер и далее провязываем 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И после 11 столбика убавление. И далее вяжем столбики без накида до маркера. 12-й ряд, убавление, и теперь провязываем 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и убавление. После убавления вяжем столбики без накида до маркера. 13-й ряд. Убавление. Одели маркер. И вяжем 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и после 9 убавление. И снова провязываем столбиками без накида до маркера. 14-й ряд, убавление, одели маркер. И теперь 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И после 8 убавление. Далее снова провязываем 8 столбиков. После 14 ряда, так как уже вот отверстие сужается, я возьму шуршалку, так вот ее сложим и влаживаем в крылышко.
Вот уже наше крылышко шуршит у нашей игрушки. И теперь переходим к вязанию 15 ряда. В 15 ряду снова начинаем с убавления. Одели маркер и провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. После 7 убавление. И снова повторяем 7 столбиков. 16 и 17 ряды провязываем по 16 столбиков без убавлений. Вяжем 2 ряда. И вот у нас есть 2 крылышка. У первого крылышка мы отрезали ниточку, а у второго мы не отрезаем. Для того, потому что мы их будем соединять и связывать 2 крылышка вместе. Как и здесь, обратите внимание, крылышко, вот 2, они связаны. Для этого мы 2 крылышка вот слаживаем пополам и друг к дружке. И теперь будем захватывать вот в первом крылышке. Первую петлю не очень удобно будет делать. Вот захватываем за вторую половинку столбика, а во втором крылышке захватываем за первую половинку столбика и провязываем соединительную петлю. Провязали. Снова повторяю, здесь уже будет лучше видно. Вот захватываем за вторую половинку столбика на первом крылышке, а на втором захватываем вот за первую, та, что ближе к нам. Так, захватили и соединительная петля. Снова показываю, захватываем одну половинку и на втором крылышке захватываем вторую. И так до середины будем соединять снова вот одну и одну. Захватываем по одной половинке, чтобы шов получался не грубый. И последняя петелька. Вот 2 крылышка мы соединили. Вот такой шовчик. Так будет смотреться на лицо. И теперь ниточку отрежем подлиннее, для того, чтобы можно было пришить крылья. После больших вот крылышек мы будем вязать вот такие маленькие, вот второе крылышко. Одно я уже связала. И переходим к вязанию второго, это персиковый цвет. Снова делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем. И переходим на второй ряд. Во втором ряду провязываем каждый столбик по прибавлению. 1, 2,
один, два. И так по кругу, и в этом ряду у нас получится 12 столбиков. Третий ряд. В первый столбик провязываем 1, во второй прибавление. Снова 1 и прибавление. Итак, чередуем по кругу. В третьем ряду получится 18 столбиков. Теперь с 4 по 6 ряд провязываем по 18 столбиков. То есть это получается 3 ряда. И вяжем по 18 столбиков. С 7 ряда начинается убавление. В начале ряда первое убавление. Теперь 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова убавление. И далее вяжем 7 столбиков без накида до маркера. Восьмой ряд. Убавление. Одели маркер. И вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4. 5, 6. После 6 повторяем убавление. И далее продолжаем столбиками без накида. 9 ряд. Убавление. Пять столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, убавление и повторяем 5 столбиков. 10 ряд, убавление, оденем маркер и 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Снова повторяем убавление. И довязываем 4 столбика. 11 и 12 ряды провязываем по 10 столбиков. 13 ряд, убавление, теперь 3 столбика, 1, 2, 3, убавление и снова 3 столбика. 1, 2, 3. И вяжем 14 ряд. В 14 ряду убавление. Теперь 2 столбика. 1, 2, убавление. И снова 2 столбика. 1, 2. Вот такое крылышко получается. Теперь нить отрезаем подлиннее.
для того, чтобы можно было пришить крылышко. И второе вяжем такое же. Теперь вяжем вот такое пятнышко для большого крылышка. Для него мы делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо затягиваем. И во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по 2 столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И для того, чтобы было красивое закругление у кружочка, я провязываю еще такую соединительную петлю, делаю и отрезаю нить немножечко длиннее для того, чтобы можно было пришить. И вот такое пятнышко готово. Для начала будем пришивать пятнышко на крылышки. Вставляем ниточку в иголку, прилаживаем так вот по центру крылышко и начинаем по кругу пришивать крылышко. И вот таким образом по кругу пришиваем одно крылышко, пришиваем одно пятнышко и переходим потом на второе. И вот так по кругу пришиваем. После того, как пришили пятнышки, будем пришивать нижние крылышки. Вот так прилаживать их немножечко вот там, где у нас закончилось вязание нашего большого крылышка. Прилаживаем так наискосочек и пришиваем, чтобы крылышки, вот как у этой бабочки, у первой, вот так немного наискосок лежали. И вот таким образом захватываем за верхние столбики персикового цвета крючком, так не крючком, а иголкой, извиняюсь, так, и захватываем только за верхний, вот за верхнюю часть нижнего верхнего крыла, вот только за верхнюю, чтобы с этой стороны на лицо не было видно швов. И вот таким образом пришиваем крылышки. И вот так их пришиваем. И вот уже присоединили нижние крылышки к верхним. И теперь их нужно пришить к телу бабочки. Смотрите, мы их пришиваем очень близко вот к голове. И вот таким образом тоже будем прилаживать вот так высоко к голове. Это неудобный, конечно, сейчас момент пришивания крылышек к телу бабочки. Пробую немного показать. Вот захватываем вот за тело бабочки, за столбики, протягиваем ниточку, а потом захватываем за крылышки.
И здесь тоже будем пришивать вот за вот эти крылышки, за петельки. Снова возле головы. Так, присоединили. А теперь за столбики на крылышках. Так, так, а теперь будем немножечко по-другому захватывать на крылышках. Вот, захватываем вот так за столбик, за серединку. Так, притягивается, и здесь за два столбика, за один столбик, за один ряд, вот так, на теле бабочки. И снова захватываем на крылышках вот таким образом, иголкой прокалываем и на теле бабочки. И так будем пришивать по всему кругу, пока мы не вернемся к тому месту, откуда мы начинали. И, естественно, смотрим так, чтобы крылышки располагались красиво, чтобы лицо у бабочки было по центру, а крылышки сзади. И вот две симпатичные бабочки готовы. Крылышки шуршащие, погремушки. Все хорошо слышно. Вот такие они сзади. И вот такие спереди, с лицевой стороны. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!